Випуск новин у нашій студії Анатолій, боєць Черкаського автомобільного батальйону. У них настроєн на те, щоб йти вперед далі, не засіджуватися на місці. Кожен раз, коли ми слухаємо сводки, кожен раз, коли слухаємо погибших, це викликає возмущення. Чому так? Чому ми не можемо йти вперед? Чому? Ми не можемо дати відповідь достойний противнику. Одне з пояснень, яке лунало від влади, що нам потрібно перемир'я, тому що інакше в день буде гинути набагато більше, в рази більше людей. Ну, це не значить, якщо ми будемо стояти на місці, і нас будуть бити, це не значить, що будуть менше потерь, зовсім ні. Ми стоїмо на місці, вони б'ють не тільки нас, але й техніку. Але коли прийде вопрос йти вперед, йти буде не з чим. Чому, опять-таки, взяти той же самий наши артиллерийские подразделения. Я видел собственными глазами, когда наши не стреляли, но с той стороны бьют. И бьют градами, ракетами и разбивают эту нашу технику. Наши в ответ не могут дать, нет такого приказа. Говорит, ну нет такого приказа. То есть даже у ответь? Даже в ответ. Ну, конечно, уже когда нервы, уже, как говорится, выходили из ряда вон уходящих, то наши бойцы уже брали ответственность на себя и давали ответ самостоятельно. Потому что уже, ну, это ни в какие рамки не лезет, это уже злость. Это, я не знаю, как высказать. Конечно, очень много несправедливостей. Опять взять тот же самый аэропорт, когда мы проезжали, чтобы провести ротацию в аэропорт, возили бойцов через, так сказать, договоренности опять-таки. Когда эти сепаратисты обыскивали нас, заглядывали под бушлаты, заглядывали под машины, рылись, и не диктовали нам условия, что нам провести, сколько нам провести. Это абсурд, когда у бойца забирают боекомплект и оставляют ему только один рожок автоматный. Ни гранат, ни дополнительного никакого вооружения, только один рожок с 30 патронами, все. Боец проезжает, ротацию сделали. Через несколько часов в аэропорт начинается атака. То есть противник знал и знает, какое у нас вооружение, сколько там бойцов находится в аэропорту. Это, не знаю, как это все назвать. Військовым складно все это было переносить. Это не то, что... Это настолько было унизительно, просто унизительно. И возмущений не было предела. До нас, мені підказують, що до нас зараз приєднується Юрій Тандіт, переговорник Центру сприяння звільнення полонених і заручників при СБУ. Пане Юрію, здрастуйте. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися. Хочемо почути від вас інформацію з приводу обміну полоненими і, зокрема, з приводу ось 20 захисників Донецького аеропорту, які, принаймні, за даними Володимира Рубана, керівника офіцерського корпусу, зараз знаходяться в полоні. Яка остання інформація? Ну, их не 20, а чуть больше, их 20 небольших, да, наших ребят. Мы ими занимаемся. Сейчас находится несколько групп представителей Министерства обороны там, и в Донецке, в том числе полковник Каноников. Это первое. Второе, я бы хотел, слушая ваш эфир, все-таки сказать, что... Украина помнит обо всех наших ребятах, это раз. Два, идет военная операция, и мы не все можем говорить вслух. Поэтому, когда говорят некоторые люди о том, что якобы все прозрачно и все в Донецке все знают все про нас, это неправда. То есть есть вещи, о которых мы не говорим, вот, отвечаем, когда нужно, бьем по той стороне. Из градов тоже отвечаем. И единственное, что мы все-таки сохраняем определенные вещи, потому что мы выполняем минские договоренности, в том числе и по освобождению заложников. Сейчас готовятся два направления по освобождению. Одно направление – это большая группа минских договоренностей. И второе – это вот эти группы ребят, которых называют киборгами, которых мы тоже будем освобождать.
Альтернативи мінським домовленостям зараз немає. Така ваша позиція, так? Ви розумієте, як тільки нас намагаються зламати, нас намагаються відвинути в сторону, нас намагаються соблазнити якими-то іншими договоренностями. Ну, якщо ми підтримувати, мы его будем держать. Точно так же по ответу на обстрелы с той стороны. Когда надо, мы отвечаем. Но согласно договоренностям, мы-то держали до последнего со своей стороны эту паузу и не отвечали. Именно поэтому мы не отвечали. Ну, а с другой стороны, мы усиливали направление объединения войск, усиливали фронт, укреплялись. Ми не все могли говорити, але саме головне, то що ми зрозуміло, говорили. Звичайно, коли йде війна, не все можна говорити в ефірі і повідомляти в ЗМІ. Ще таке питання до вас, пане Юрію. З приводу людей, які можуть залишатися живими під завалами Донецького аеропорту, наскільки там зараз є можливість їх звільнити, їх знайти? Смотрите, для нас це пріоритетне направлення. Сам президент Петр Алексеевич Порошенко постоянно интересуется этой темой. Если вы видели заседание РНБО, то вы видели, с чего он начал, да? Как раз говоря об этих ребятах. Так вот, работает несколько групп, в том числе мы, как волонтеры, помогаем в освобождении. Они, та сторона самопровозглашенной республики, используют эту тему для информационной войны. Но мы вцепились в эту ситуацию и не уйдем оттуда, пока не заберем наших ребят. Дякуємо. Дякуємо, що ви приєдналися. Це був Юрій Тандіт, переговорник Центру сприяння звільнення полонених і заручників при СБУ. Я нагадаю, що у нашій студії сьогодні Анатолій, позивний Шуравій, боєць Черкаського автомобільного батальйону, і ми продовжуємо. Пане Анатолію, яка ваша думка, чи потрібно запроваджувати воєнний стан? Адже досі існує дві абсолютно різні точки зору. З одного боку, не можна, тому що це вся економіка переходить на воєнні рейки, це значить, що нам кредитів не будуть давати, а економіка в важкому стані. А з іншого боку, є заяви, що можна втратити країну. Про це говорив Володимир Рубан, зокрема. Знаете, я много слушал мнений по этому поводу и скажу, что без поддержки извне нам будет очень сложно справиться с таким противником, как Россия. Это ж всем известно, что у нее практически самая сильная армия, самая лучшая техника. Вот. У нас же ничего нет. У нас то, что мы сейчас воюем, это все осталось у нас с времен Советского Союза. У нас никаких разработок не велось, новой техники у нас нет. Ну, армия развалена. И чтобы восстановить это все, нам нужны средства, которых нет. Поэтому мы сейчас надеемся на... Ну, конечно, мы надеемся сейчас только на себя, но и рассчитываем на помощь других государств. А если идем в военное положение, то мы этого лишимся, к сожалению. Поэтому моя точка зрения, что рано еще. Ще рано все-таки. Добре, ну а як все-таки зміцнювати зараз, ось ми говорили з вами про нову техніку, про зброю, але все-таки як зміцнювати і оборону, скажімо, самих міст, посилювати заходи безпеки, от, зокрема, в рішенні йшлося РНБО, що треба створювати військово-цивільні адміністрації в зоні проведення АТО, тобто, очевидно, і працювати з населенням. От яка ваша точка зору? Ні, ну, це правильно. Почему? Потому что Запорожская область, очень много туристических действий там прошло, и подрывы железных дорог, и взрывы в Одессе, Харькове. Поэтому здесь нужно принимать все меры для обеспечения безопасности и проведения антитеррористических действий. И, конечно, граждане, если они хоть что-то заподозрят в этом, помогают. По крайней мере, должны помогать. Пане Анатолію, а яка ваша історія? У вас і позивний, власне, це ще, скажімо, наслідок афганських часів, адже ви воїн-афганець. Тобто у вас і позивний ще тоді такий був, так? Ні, це позивних як-то тоді ще не було, коли я служив. Це нас так називали афганці самі. Це означає радянський, так? Да. І як-то так от воно вошло, як, опять-таки, в Афганістані теж був водителем.
Вот, и когда едем часто в рейсы, останавливаемся возле каких-то населенных пунктов, он подбегает и говорит: «Шуравей, бача там, купи, продай». Ну, такое все там было. И вот этот шуравей, как так вот все вошлось. И с тех пор и друзья, и знакомые так вот меня не называют. Воїни афганці сьогодні тримаються разом, і дуже багато зараз в зоні АТО людей, і дуже багато, я знаю, що вони йдуть і в територіальну оборону міст. Тобто сьогодні, ну, намагаються зробити все, щоб якось зробити свій вклад. Так, діло в тому, що ці ребята пройшли вже якось бойовий опыт мають, і цим опытом вони діляться уже з нинішнім поколінням. Ми продовжимо про це детальніше після випуску новин у нашій студії. Анатолій, боєць Черкаського автомобільного батальйону. Останні новини на нашій хвилі. Радіо РФМ. Ми працюємо для вас. Запитання пану Анатолію. Номер студії незмінний. 536-96-00, код Києва 44. 536-96-00. Пане Анатолію, і давайте підсумуємо з приводу того, що ж все-таки потрібно армії. Якість техніки ми обговорили. Справді залишається бажати кращого, але що сьогодні, які потреби досі найнагальніші? Ну, проблема – це, опять-таки, матеріальне забезпечення, якого практично немає. Нет тепловізорів, не вистачає приборів нічного видіння, не вистачає бронежилетів, як не странно. Ну, дійсно, це так. Дуже огромну допомогу нам, звісно, оказали волонтери. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и выразить свой низкий поклон волонтерам Киева, Черкащины и Запорожья. Это люди, которые, ну, рискуя собой, доставляли нам различные вещи. Это и теплые вещи, это и буржуйки, ну, практически все, что было необходимо, и продукты. Поэтому огромное вам спасибо. І дякуємо вам, що захищаєте Україну. В нас є перше запитання, слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Это Леонид Лисичанск. Значит, Анатолий, не надо вам стыдиться за то, что вас проверяли там в аэропорту. Пусть стыдится президент, Яценюк, Турчинов, а вам нечего стыдиться. Это не пусть стыдятся. Как говорил президент наш недавно, у нас самая мощная армия в Европе. Ну вот, по его словам, или он лукавит, или он обманывает. По вашим высказываниям. Дякую. Не надо просто говорить, что у вас не хватает, и ведущим не надо задавать такие вопросы, потому что що це дуже серйозно. Дякуємо за дзвінок. До речі, як ви до цього зауваження ставитеся? Ну, в принципі, за. В принципі, за. Но все равно. От, я хочу, щоб люди поняли, як то состояние, коли тебе обыскивает противник, и он решает, что тебе провозить, сколько провозить, а со стороны стоят российское телевидение и с такими ухмылками. Это все снимают на видеокамеру. Ну, честно говоря, тут такая злость была, что тут хотелось... Ну, не буду говорить это в эфире. А с іншого боку, знову ж таки, було ж логічне пояснення, що якби доводилося прориватися, то тоді б були б жертви. Нет, это я... Дело в том, что есть много различных способов доставить. Так что мы и начнем. Да, мы прорвались с боем. Да, техника выходила со строя. Но факт тому, что не было этого унизительно. Лучше мы с боем прорвемся. Но мы доставим то количество боеприпасов, медикаментов, которые необходимо. А не противник нам решает, сколько нам провести. 30 патронов на человека. Ну это абсурд. Сколько можно продержаться с 30 патронами? Это 1,5-2 минуты боя. Є наступне запитання, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Я Ромне, Сумщина.
Я пану Шурави вопросу хочу задать. Вас совесть не грязе, що ви пішли в роль окупанта заганять Донбас у Європу і захищати інтереси американців і комарилі євроамериканської? Дивно, що на Сумщині ви думаєте саме так. Дякуємо, що ви подзвонили. Я, досі така що, думка, панує, що я можу відповісти на цей вопрос? Ні, мене совість не грізе. Діло в тому, що для мене росіяни не враги. Совсем не враги. Сейчас враг это получается политика Путина, которую он ведет. Пусть россияне придут сюда к нам на Украину как гости с мирными намерениями. Но если сюда, на нашу землю, вступил сапог солдата с оружием чужой армии, я всегда выступлю против. Вже є докази причетності росіян до обстрілу Маріуполя. Это да. Дело в том, что многие говорят, дайте нам доказательства. Я личными глазами видел. Это опять-таки слова, то, что я могу вам рассказать, но я собственными глазами видел пленного капитана Псковской дивизии ВДВ. И других доказательств, думаю, не надо. Что цей людині робити на українській землі? Є наступне запитання. Алло. Алло, слухаємо вас. Доброго дня. Анатолій, город Суми. У меня вопрос с обоснованием. В начале обоснования. Две мудрости в начале скажу. Факты вещь упрямая, Ленин. И у каждой проблемы есть своя фамилия, имя, отчество. Это Лаврентий Павлович Берия. И вот некоторая статистика по так называемому перемирию одностороннему порошенковскому на 21-22 число, когда пал Донецкий аэропорт. 24 дня длилось одностороннее это перемирие. За это время численность обстрелов нашей стороны, со стороны бандюков, больше 1000 раз, это в среднем 40 раз в день. Причем 7 дней последних по перемирию до падения аэропорта больше 100 раз обстреливались силы АТО. Дальше. Численность потерь сил АТО 237 человек или приблизительно 10 человек. Пане Анатолію, вибачте, що я мушу вас трошки підганяти. Ви можете зробити короткий висновок і поставити запитання? Тому що я думаю, що можуть бути ще дзвінки. Нету ли, я понимаю, что вопрос может быть не совсем удобный господину Анатолию, нету ли в войсках этого ощущения, что так называемый президент и еще более так называемый главнокомандующий Порошенко своим перемирием просто сливает в угоду Путина? Дякуємо за дзвінок, ми зрозуміли, прошу. Такое мнение ходит у многих, к сожалению. К сожалению, да. Это выражается во многих факторах, не буду их наводить. Это все прекрасно видят, и ощущение такое, к сожалению, есть. Что многие команды, которые идут, они противоречат всей логике. Я даже не могу этого объяснить. Вот, поэтому я совершенно согласен даним коментарем. Тоді, якими, на вашу думку, повинні бути дії зараз? Це те, з чого ми починали, але ми говорили так в загальному. Да, ми говорили в общем, но дело в том, моє личное мнение, что хватит нам подставлять щеки. Нужно доказать, что действительно у нас армия есть. Хватит того, чтобы там солдаты гнили в окопах. Они, каждый из них скажет, что мы готовы к атакам. Мы готовы. Дайте только приказ. Но, к сожалению, у нас вот так вот. Сидите на месте, вас бомбят. Это провокация. Не отвечайте на провокацию. Не поддавайтесь провокации. А что за провокация? Каждый раз обстрел, каждый раз трупы. Каждый раз обстрел, каждый раз трупы. И мы только видим и слышим, как передают посредством массовой информации. Погибло там 5-7 человек. Хотя на самом деле, к сожалению, это больше. Є до вас наступне запитання, слухаємо. Алло. Слава Україні. Героям слава. Мене таке питання, як ви дивитесь на мобілізацію? От зараз поїздки
приходять до людей. А чому приходять до синоцьких депутатів? Порошенка синоць пішов в народні депутати. А чому він не йде воювати? Яка ваша думка на це? Дякуємо. Знаете, этот вопрос у нас многие задают, как это так, что у многих политиков сыновья сейчас в настоящее время находятся за границей, там учатся Гарвард, там другие такие элитные учебные заведения. Вот. Здесь же народ за них воюет. А потом они придут оттуда и будут указывать, как нам жить. Потому что они будут занимать соответствующие должности. Как-то в свое время я опять-таки высказал свое мнение по этому поводу, это было под Волновахой, вот, и как-то сказал, вот всех бы сюда, и Луценко, а тут мне один боец говорит, стоп, сын Луценко в АТО был и был на передовой. Меня это поразило, но я тогда, конечно, поизвинялся, я сказал, прости, я не знал, беру свои слова назад. Вот, так что всех под одну гребенку не нужно брать. Ну а то, что у многих дети защищены, так сказать, от призыва политиков наших, это да. К сожалению, это так. Извиняюсь, наверное, так. Перебил. Вот, взять опять-таки наше подразделение. У нас вот служат бойцы, у которых трое детей, четверо детей, у которых только одна мама больная. Вот, и он просит соседей, чтобы они помогли с дровами, с углем. И это мобилизованные. Это мобилизованные, да, это мобилизованные. Это те, которых призвал военкомат. То, ну, у нас вот сейчас вот и боец, у которого четверо детей. И он служит. То есть людина мусить думати и про те, как захистити, и про те, а как его родина. Именно так. Выживает. Именно так. Но он настроен опять-таки оптимистически, он настроен патриотически. И говорит, если надо, я пойду. Он говорит, слава Богу, у меня дома есть друзья, которые помогут моей семье. И они помогают. И вот когда у него родился ребенок, он служил в армии, то есть мы были там по Донецком, ему позвонили, сказали, у него родился сын. Вот. Мы собрались деньгами, выслали, оказали помощь. Вот. Вот. И отправили, естественно, в отпуск на 10 дней, чтобы он мог увидеть своего сына и забрать жену с роддома. Такі життєві історії. Є до вас іще запитання, але слухаємо вас. Зірвався дзвінок. Ну, спробуйте ще раз. 536-96-00. Пане Анатолію, а якщо справді продовжити тему життєвих історій, то, які ще випадки вам знайомі, про які, можливо, варто було б зараз згадати? Ну, знаєте, це там як-то відбувається совсем по-другому, нежели здесь. Вот. Там историй очень много. Есть парадоксальные истории, есть смешные. Ну, не хочу. Не для эфира. Да, не для эфира. Гаразд. Такі є у нас запитання. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Черкаси, Моргун Анатолій. Пане Анатолій, я до вас таке питання. От мені дивно, яка там війна йде. От стоять блокпости. От зараз же, що там, терикони, що заважають вести фронтальну бої, фронтальні. Тобто, хай можна ті блокпости навіть замінувати, одійти метрів десь на 200, тобто дати терористам зайти на них, а потім підірвати радіоуправлінням. Це перше питання. І друге питання. Чому наші не проводять диверсійні роботи там, якщо наших багато патріотів, там, всередині, там, ДНР, ЛНР, так називаємих, там чому не проводять диверсійні роботи, не підривають мости, не роблять. Там же є патріоти наші. Дякую за відповідь. Дякую за дзвінок. Я відповідаю на цей вопрос і скажу, що не скажу, що це диверсійні групи, це там є так звані партизани, це добровольчі організації, які ведуть боротьбу в настоящем и прямом смысле этого слова, которые уничтожают противника на их же территории, они уничтожают блокпосты и ведут настоящие бои там. Вот совсем, не буду говорить недавно, это где-то месяца полтора, под Донецком, опять-таки, блокпост был атакован нашими партизанами, было
были уничтожено много сепаратистов, и опять-таки были захвачены пленные. Что касается минированию блокпостов, то, знаете, там воюют с той стороны довольно неглупые люди. Они тоже прекрасно знают, что минируется, как минируется, и прежде чем зайти на тот или иной блокпост, они проводят соответствующую разведку. Вот. Поэтому так вот предложение, что заминировать и отойти, нет, у нас немножко другая позиция. Стоим на блокпосту, значит стоим. Отдавать ничего не нужно. Питання, яке дуже часто зараз обговорюється, наскільки от ви бачите, змінюється свідомість людей на звільнених територіях, на окупованих територіях, якщо вам вдавалося з ними спілкуватися? Адже це дуже важливо. На окупованій території мені не довелось бути, але я спілкувався з людьми, з якими приїжджали оттуда. Звісно, у багатьох точка зрення різна, але очень многие люди говорят, когда вы придете, когда вы вернетесь. Uh-huh. Они уже устали от того беспредела, который там творится. Как-то, опять-таки, под Волновахой мы перевозили на передовую материальные средства. Вот, и я заехал, это по трассе Донецк-Мариуполь, остановился возле заправки, чтобы купить воды. И на заправке женщина со слезами рассказывает о том, что неделю назад убили ее мужа. Я говорю, как произошло? Говорит, ну вот он взял машину, у них машина была, и повез продукты в Донецк, где их не дети. Он доезжает до блокпоста, там его останавливают сепаратисты эти, вот, выгребает все с машины и заставляет его идти в свою армию, как говорится. Вот. Он отказался, они его застрелили, бросили в машину и привезли на ту же самую заправку. Не знаю, как они узнали, может, он рассказал, где, что, как. Вот. Но когда жена вышла, она говорит, и когда вышла к машине, увидела там убитого своего мужа, а на нем записка. Он воевал за украинскую армию. И какой с него вояка, с этого дедушки, если ему 65 лет было? Это абсурд. Тобто люди прекрасно все-таки вже розуміють, да, змінюють. Да, вона говорить, як глупо ми в своє время поступали, коли підтримували цей ДНР, ну, в даному випадку. І коли це все вони бачили своїми очима, у них мнение вже повністю помінялось. І, к сожалению, не у всіх, но... Але змінюється. Не міняється. Дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. Дякую, спасибо, що захищаєте Україну. Це був Анатолій, позивний Шуравій, боєць Черкаського автомобільного батальйону. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви були з нами. На все добре і до зустрічі.